500, возьмите. Вот, и здесь есть листовочки, если вдруг вам понадобится какая-то помощь. Добрые слова и напиток для поддержания тонуса. В день спонтанного проявления доброты участники регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» раздали прохожим сок возле остановки общественного транспорта на улице 9 мая. Все мы знаем, что зимой людям не хватает тепла и витаминов. И мы решили, что людям нужно подарить немного улыбок и тепла, и поэтому провели эту акцию. Сок, ставший приятным сюрпризом для химчан, купили на личные деньги волонтеров. Помогали с организацией доброй акции и сотрудники молодежного центра «Восход». Задача нашего центра вообще объединить молодежь, объединить активных граждан нашего округа Химки и направить их энергию в сторону добра, позитива и каких-то очень полезных дел. Региональный ресурсный центр для волонтеров был открыт по решению главы округа Дмитрия Волошина в октябре прошлого года. Впереди еще много проектов, которые сделают жизнь химчан лучше.